Стало известно, что в финале фильма «Человек-паук 3. Нет пути домой» от Marvel вместо Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда зрителям показали совершенно других актеров. В сети появилась целая порция новых кадров по фильму «Человек-паук 3. Нет пути домой», сделанных за кадром. Ими поделилась дублерша Зендея Джейд Белл, выложив снимки, а также несколько видео у себя на странице в Инстаграм. Из них стало известно, что в очень многих сценах фильма «Человек-паук 3. Нет пути домой» главных актеров, среди которых были Том Холланд, сама Зендея, а также Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, заменили дублеры. Особенно много снимков и роликов посвящены заключительной части фильма, когда пауки и злодеи сражаются на строительных лесах. Среди выложенных видео есть даже момент, когда MJ падает вниз, после чего ее в фильме «Человек-паук 3. Нет пути домой» ловит один из пауков. Стоит отметить, что в снимках, выложенных Джейд Белл, засветился не только дублер Тома Холланда, но еще и дублер Эндрю Гарфилда. Вполне очевидно, что самого Тоби Магуайра в большинстве финальных сцен также заменяет дублер. В целом, большинство новых роликов оказалось посвящено моментам, когда MJ летает вместе с Питером Паркером на паутине. В комментарии к закадровым снимкам фильма «Человек-паук 3. Нет пути домой» Джейд Белл призналась, что очень ценит полученный опыт на своей первой съемочной площадке. «Мне довелось поработать с одной из лучших групп каскадеров в кино, и за время съемок я завела себе друзей на всю свою жизнь», — сообщила дублерша Зендея. Выход фильма «Человек-паук 3. Нет пути домой» с Томом Холландом, Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом состоялся 15 декабря 2021 года. Фильм уже установил несколько кассовых рекордов и продолжает штурмовать кинотеатры. Такой успех во многом обеспечен благодаря возвращению Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда к роли Человека-паука.